Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Так, ну и как я обещал, сегодня мы, короче, пойдем в казино и будем тут играть, развлекаться, смотреть, чего еще почем. А, я предлагаю... Блин, давайте в Blackjack сыграем. О, максимальная ставка 1 000 000. Да ёпты. А тут можно? Тут можно. Так, пробел повысить ставку. Сотку ставлю. Поехали. 17. Вскрывай. Сука. Так, еще. Еще. Скрыть. Красиво. Скрыть. Лошара, блядь. Иди играть научись. Прежде чем в казино приходить. Ты охуел, блядь? Ты чё творишь, сука, пёс? Бляха! А ну мы бы в любом случае проиграли. Смотри, он какой пёс ебаный. Он до карты себе подставляет. Что, если я возьму, я в любом случае просру. А если не возьму, я тоже просру. Блять, я не ту кнопку нажал. Я хотел взять. Еще. Да ты охуел, что ли? Ты что делаешь? Ты себе 21 высовываешь постоянно. Ты псина? Это нечестно. Ты мне еще ни разу 21 не дал. Хватит. Тварь, а? Азартные навыки достигнут уровня игрока. Теперь ты сможешь сделать ставки до 1000. Денег долг казино до 1000 долларов. Так, ладно. Надо съебывать отсюда. Мне... Грабь меня, она ебывает, сука, пес ебаный. Чуть-чуть рулетку. Да в смысле, ты охуела, что ли, мать? О, давай вот сюда. Так, черная, повысь ставку. Левую кнопку понизить. Ну, допустим. Как крутить? Левый shift. Поехали. Сейчас надуем, сука, казино ебаное. Тварь. Так, ладно. Ставлю 400. Сука. Ладно. Ладно, сучка. Опять, сука, красную выкинешь, да? Иди отсюда, это мой столик. Руки убрал от моих фишек, пёс. Лошара, блядь. Съебался отсюда. Пёс, блядь. Сиджей, сиджей. Делаем бабки. Ну ебать!
На черное поставлю соточку. Слишком часто красный выпадает. Бляха, когда мне дадут? Я хочу... Ты, блядь, шар, блядь, мошенник, ебаный. Пойду сохранюсь. Сохранюсь, пока деньги есть. 86 тысяч. Тут надо сохраняться. Пока... пока ты все бабки не просрал. Тут бывает, знаешь. Благо, эта игра, а не реальная жизнь. Тут можно F5 нажать и идти дальше играть. Бать, сегодня мне прет, конечно. Что-то еще есть. Это мы посмотрели. Вот это что такое? Сыграть видеопокер. Цена жетона 100. Это я вон на 100 долларов. А как мне крупнее-то играть? Блин, на 100 баксов это, конечно, круто, но... Есть покруче покер. 25, вообще, как... Мне сказали, я до 1000 могу ставить. Почему тут по 100? О, 500. Вот это уже получишь, конечно же. Это говно. Так, запомним, это на 500 баксов. Это вообще на чирик. Yes today, да. Да бляха. Копеньки. О, 1000. Так, левый шифт выбор. Стрелки навигации. Добавить. А, это я ставку меняю. Так, ебать, так я ставлю сразу 5000. Это я себе оставляю, да? Это я себе оставляю? А те меняй, правильно? Бля, сейчас бы не наоборот было. Охуеть. Пятнашку поднял, ты понял? Так, говно карты пришли. Хорош. 5 поставил, 5 выиграл. Пойдет. Бэби. Короля! Ах! Ладно, хуй с вами. Сука. Отыгрались. А что я делаю-то? Пятерки, ебать. Я их что-то не заметил. В смысле выигрыш 0? Две по... У меня пара, алло. Че, пятерки нельзя, что ли, как пару иметь? Че за бред? Типа, блядь, и... Да ёпты. Да ты хорош, в смысле? Так, подожди-ка, 4, 5, 6, 6. Ебать! До свидания. Так, полтинник. Полтинник, что-то эти все на полтинник. 20. Ух, съебался, блядь! Ну, сука.
Так, это кафешка. Это опять покер. Так, а можно мне вискарика? Там что-нибудь нет? Ну, блядь. Да что, сука, за дешманский? Кто это поставил сюда? Полтинник, блях, где? Где по 1000-то? Ёпта. Так, а это что такое? Это работает? Колесо фортуны. Так, допустим. Блять! Нечестно. Я хотел еще на 5 баксов поставить, ну ладно. Че вы бегаете тут? Хорош колесо подкручивать, сволочи, вы че? Блять. Да в смысле, а че говно тут одно выпадает? А, я не могу. Я хотел на разные накидать. Отлично! 1000. 1000, по мне что-то не нравится эта хрень. Пойду я отсюда. Хуёвое какое-то колесо. Ебать, миллион, серьезно. Охуеть. Так, ну еще вот это попробуем. Ну, чисто 10 баксов. И что, я выиграл? Блять. Хуйта. Хуйта, это мне вообще не понравилось. Так, ну короче, тут самое интересное, это, в принципе, 21, рулетка и покер. Покер самое интересное, наверное. Я пойду сохранюсь, пока бабки есть. Спокойно. Тут надо периодически сохраняться, потому что если ты проиграешь бабло, у тебя всегда будет возможность загрузиться, и бабки у тебя будут в кармане. Я, конечно, понимаю, кто-то скажет, это нечестно, все такое, но бляха. Это ж игра. Игра, а тут по-другому нельзя. В смысле 5 долларов? Что за хуйня? Где нормальные эти? О, 10 тысяч, да ладно! Ебать, я могу полтинник поставить. Я сейчас все просру, конечно, но... Нахуй я полтинник поставил? А я сохранился. Блять, карты говно. Пизда. Дай туз. У, 3 вольта, неплохо. Вот так пока что. А то быстро все проиграю. Шестерку мне. Пойдет 40 тысяч долларов. Эба. Делаем бабки. Ладно. Ладно.
Хорошо, пока в ноль сидим. Пока что ничего не выигрываем, это плохо. Вальта мне. Сука. Блядь, надо было ставку повысить. Ну 10 W, 9, 10. Валет W, туз, сука, ебучий остался на доске. Ну ёпты, почему? Четыре, пять, семь, восемь, десять. Блять, а я не знаю, что тут. Давайте попробуем флеш. Уешь, блять. Ну ёпты, чё за говно? Долг пошел. Пиздец, карты выпали. Дай тройку, а? Тройку дай. Сволочь. Все меняю. Хорошо. Блять, да в смысле? А чё? Какого хуя? Ну блять, такая это, ну в смысле? Мне ограничили, это нечестно. Я бы сейчас только денег поднял. Чё, блядь, за наебалово? Да ёпты, ну чё, говно, говно какое-то. Посмотри, мне когда выигрышные карты подсовывают, мне ставку не дают поднимать. Так, я понял. Надо, знаете, что делать? Нет, минус 83 тысячи. Это, конечно, не дело. Мы сохранились не просто так, пацаны. Мы сохранились специально для того, чтобы... чтобы сделать вот так вот. Хоп, и 116 тысяч. Блин, надо было сохраниться, пока у меня 170 было. Ну ладно, похуй. Мы сейчас поднимем бабки. Это не проблема. Тут на этом можно больше всего денег делать, на самом деле. Так, это говно. Так, цена жетона... ну ладно, по 25, нормально. Похуй. Оптимально. Сука. Денег бы побольше, конечно. Попробуем флеш. Сай, блядь, ебачья шестерка, тут взялась. Там что, ебать, происходит?
Ебать, что творится? Что-то орёт. И кто-то выигрывает? Или кого-то режет, я не понимаю. Три семерки, Блять, хотел оставить семерку и девятку, но... И другого хотел. Так, неплохо. 160 тысяч. Дай короля. Да кто там орёт-то, ебать? Бляха, ты смотри. Если сейчас крестушка выпадает, а шансы к этому примерно 1 к 4, но чуть поменьше, то очень хорошо случается. Блять, ну ёб твою налево. Почему флеш-то не выдает? Кстати, никогда не понимал, почему стрит ниже флеша. Мне кажется, флеш выбить куда проще. Ну да ладно. Так. Поехали. Вот, блядь, сейчас смотри, как по заказу все винюшки. Когда не надо. Да просишь, фиг дадут. Хорош. Короля! Сука. Туз. Блять, да ёпты. Сейчас опять все просрём. Карты говно пошли. Да чё за хуйню ты мне выдаёшь? О, хоть так. Блять. Туз. Есть. Полтинник. 2, 3, 4, 5, 6. Да ну нахуй, серьезно. Стрит. Блять. Блять, за стрит всего сотку дают, серьезно. При победе. Могли бы и побольше насыпать. Ну, сейчас все просрали, да. Начинается, блять. Двойку. Ну дай двойку-то. Тоже нормально, ладно. Но лучше бы твой двойка была вместо короля. Отвечаю, лучше было бы. Так, 7, 8, 10 валет. Если сейчас девятка выпадет, мы заберем много денег. Кто, ебать, умеет играть в казино? Это я. Так, а когда я смогу на миллион играть? Ставка... О, 10 тысяч в рулетку, нихуя. Так, доступно? Чисто.
Да ты охуел, что ли, блядь? Псина, бля. У меня 200 тысяч долларов. Ну, сука. Я сейчас раздену его нахуй. Я придумал, как поднять бабло. Сейчас все будет, пацаны, смотри. Блядь, 10 тысяч максимум. Хоть бы 100 сделали. Смотри, что сейчас будет. Зафиксировали 216 тысяч. Дальше идем к 300. Так, что у кого тут какие ставки? Так, это говно. О! Place your bet, sir. Блять, ну ладно, 25. Ух ты, сука, хорошо, что Sony поставил. Блять, чё я нажал? Сука, ёбаный в рот. Я пробел хочу нажать. Тварь! Ты чё, паскуда? Козёл. Ещё погнали. Азартные навыки достигнут уровня шулера, а теперь ты сможешь сделать ставки до 1 миллиона, также ты сможешь взять денег в долг казино до миллиона. Это хорошо. С кем связался, бля? Блять, во. House wins. Так и знал. А в смысле? А, блять, у тебя тоже, у тебя 20. Я думал, у него тоже 18. Bet, тварь. Ладно, хуй с тобой, пидор. Нахуй иди. Нахуй иди, ты, блядь, шулер ёбаный. Спокойно. Спокойно, ёпты. 390 кусков. Ну, ебать, мы сегодня делаем. Делаем сегодня миллион, пацаны. Нам нужен лям. Мы идем к ляму, я иду, естественно, сохраняться. Потому что, ну. А как? Как ебать? Сегодня не будет миссии, пацаны, если вы еще не поняли. Мы сегодня не будем проходить задания. Мы сегодня играем в казино. Мы сегодня идем к миллиону. Мне нужна рулетка. Я ставлю все на красное, ёпта. Дай рулетку. Говно. Блядь, где рулетки-то ебаные? А на миллион? У. Так. Сто тысяч. Да? На черное. Погнали. Мы сейчас сделаем это казино ебаное. Тварь. Ладно, хуй. Ставлю 200. Вообще по хуям. Я могу взять у казино лям на этот. Черную.
Си-Джей умеет почти по улям, ёпта. Си-Джей. Это вам не... Не хухры-мухры. Черную. Сука. Тварь, ты че творишь, сучка? Черную, ёпта. Конечно, Лаки. Так, надо сохраниться. 590 тысяч, это неплохо. Нам еще 300, 311 тысяч надо поднять. Ой, 411, да. 311. Мы идем до миллиона. Миллион баксов. Мне надо. Мне надо, чтобы было. Чтобы я покупал и тратил. На всякие там недвижимости и все такое. Так, где? Куда, блядь, ушла моя эта крупье? Да в смысле? Чё за хуйня-то? Куда, блядь, делась? 100 тысяч. Да, блядь, тут на одни копейки остались. Подожди. Куда ушла моя крупье, я не понял. Надо, наверное, перезайти в казино. Ну, ебать, я, получается, только один раз загружался пока что, да? А, когда в этот, в онлайн-покер слил. Точнее, как слил? Я бы, на самом деле, отыгрался, если бы мне казино денег побольше в долг дало. Казино, блядь, шмотское. Так, ну-ка. А, на красное. Соточку. Погнали. Тварь. И отсюда! Не привязывайся к моим деньгам. Так, 690 тысяч, отлично. No more bets, ladies and gentlemen, please. Идем к миллиону. Zero. Да ладно. Нихуя. No more bets, please. Блять, ноль это плохо. Плохо, что нолик выпал. Это может нарушить наше это равновесие в ставках. Ба, играю по системе Мартингейла. Пизда. Пизда. Не работает система. Дай денег. Хорошо. You win. Конечно, you win. Не выёмывайся. Так, спокойно. Ставлю сотку. No more bets, people. Куда я поставил? Блять. Я на какую-то хуйню поставил. О, нормально. Соточку выиграл. Не сюда. Вот сюда надо ставить.
Вообще бы, конечно, с паутинника начинать. Ну, с 50 тысяч. Ну ладно, я рисковый парень. Нам еще одну победу надо. А, нам, кстати, не так много нужно. Смотри, как сейчас сделаем. Мне вот столько хватит. Похуй. Погнали. Изи. Лям, ёпта. Лям и еще полтинник на мелкие расходы. Прощай, мать. Прощай, я тебя ограбил. Ограбил я вас. Я смотрел, я получается всего один раз за все ебаное казино я загрузился один раз на ебучем онлайн-покере. И то только потому, что мне казино не дало больше денег. Если бы мне дали больше денег, я бы отыгрался и выиграл бы еще больше. Мне казино не дало. Правильно, блядь? Давай мне деньги в долг, я, блядь, оставлю тебя без нитки, сука. Оставлю без нитки, и ты мне еще должен останешься, понял? Куда я иду? Не знаю. Пойду поставлю все на красное. Разок. Не выпадет, не выпадет. Загружусь. И больше не буду. Так. Давай на черное. Давай все на черное. Может на ноль? Нет. Давай все на черное. Похуй. Колдую победу себе. Черная. Все честно? Все честно. Я не загружался, я сохранялся. Два ляма. Два ляма есть. Когда ставки до 10 миллионов будет. Ева, просто грабим казино, назову серию. Ёпаный в рот этого казино. Что происходит? Чтобы я его просто ограбил сегодня. Не, не буду называть грабим казино, иначе вы сразу поймете, что я не проебал ни рубля, а столько выиграл. Я просто назову серию казино. Казино, ебаное казино. Ёбаный в рот. Ёбаный шашлык, чё происходит? Просто, блядь, пришел парнишка, сделал деньги. Профессионал, я, блядь, во всех, сука, этих выиграл. Во всех местных этих развлечениях, кроме вот этого большого барабана, я не понял, как оно работает. Ну и вот этой фальшивой мошеннической рулетки, которая там, ну, три в ряд надо выпасть. Это от меня ничего не зависит, поэтому там даже смысла играть нету. А так, я ебать видел покер, сука, вот так вот, на лопаточке, нахуй. Вот это Blackjack 21. Отстегивал мне просто сейчас. Рулетка, ебать, мое. Мое спасение. Миллион два мне сегодня принесло, 100%. Как-то вот так вот, вот такое вот казино. Больше я, собственно, наверное, играть не буду. Ну, только если деньги понадобятся, я поставлю как бы пару миллионов на черное. Естественно, выиграю и, ну... Я думаю, на самом деле, 2 миллионов мне хватит, чтобы я купил всю недвижимость, которая здесь только есть. Но если не хватит, зайдем еще поиграем, поднимем денег, так сказать. Пока что на этом все. Вот такая вот серия. Мы сегодня не прошли ни одно задание, но зато мы подняли бабла, так сказать. Мы сегодня сделали много всего хорошего. Теперь у нас закрыт вопрос с деньгами. Теперь мы можем спокойно покупать, спокойно тратить. И все, и нормально.
Ладненько, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь ко мне, друзья. И увидимся в следующей серии. Больше, наверное, игр в казино так вот не будет. Ну, чисто если потребность будет нужна, потому что, ну, мы посмотрели все, что, в принципе, есть, и тратить на это больше времени я особого смысла не вижу. Ну, если только... Я больше стихаря посижу, поиграю. Да нет, не буду. Хотел в этот в покер поиграть. Ну, в покер все-таки интересно. Ты чё, блядь, пердишь тут? Охуел, сука, пес. Я тут концовку говорю. Серия, ты пердишь мне в видос. Не буду, наверное, играть даже втихаря в этому... в эту залупу. В этот покер ебаный. Короче, а чё у меня мускулатура-то падает? Я потому что не жру, наверное. Пожрать надо будет сходить. Ладно, ребят, все. Увидимся. Всем до встречи и всем пока.